Так, и вторая опция, вторая, да, то есть мы, если разрешить обратные ссылки и уведомления убираем, то наши блоги не будут общаться. Соответственно, мы уберем спам. И вторая галочка – это разрешить комментарии. Если вы оставляете галочку в вашей статье, то в конце каждой статьи, ну, я показываю здесь пример шаблона AB Inspiration, появляется форма с тремя кнопками на блоге, Facebook и ВКонтакте. Ну, как вы знаете, пользователи шаблона у нас встроены комментарии в Facebook и ВКонтакте, и отображаются они в виде либо кнопок, либо подряд. Это можно сделать в настройках. Можно сделать в настройках, я вот сейчас немножко покажу на следующем слайде. Так, ну, здесь вот так, комментарии выключены, записи, да, то есть мы когда убираем галочку, то у нас вообще ничего нету, да, то есть после похожих записей пусто, все. Это если вы комментарии отключили, то есть нет комментариев ни с блога, ни в Facebook, ни ВКонтакте. Я сейчас покажу еще один слайдик, как настройки выглядят для шаблона AB Inspiration. Если вы еще не в курсе, то у нас есть во внешнем виде настройки шаблона, дальше есть раздел настройки статей, и там есть комментарии соцсетей, то есть у нас встроены, да, Facebook и ВКонтакте. Здесь из выпадающего списка мы выбираем, как будет отображаться комментарии, либо это будут вкладки, как я показывала на предыдущем слайде, либо они будут подряд. И пункт 4, это мы выбираем, что будет первое, что второе, что третье. То есть сначала будут комментарии с блога, потом в Facebook, потом ВКонтакте, либо наоборот, вы тут уже решаете. Все, сохраняем изменения, и у вас в конце каждой статьи появляются комментарии. Еще комментарии мы посмотрим, но здесь, собственно, нечего рассказывать. Здесь, если вы активируете блог комментарии, то в конце каждой статьи в редакторе, да, отображаются комментарии к данной записи. То есть, если у нас в разделе комментарии все комментарии, то в конкретной статье вы увидите только те комментарии, которые пришли к данной записи. Но делать с ними можно все то же самое. Можно отклонить, ответить, посмотреть свойства, изменить, посмотреть историю, убрать спам или удалить. Но даже можно отсюда же ответить.